Все ближе и ближе теплые дни, вместе с ними приходит и гнус. Для того, чтобы лето запомнилось своими яркими днями без комаров и мошек, в регионе проводят дезинсекционные работы. В этом году их планируют начать в мае. Препарат для борьбы с гнусом уже завезли. Изначально в заявке указывалось 60 тонн средства, привезли 70. Излишки приобретены для того, чтобы дезинсекция в дальнейшем проходила без каких-либо заминок. К обработке ртыша приступят после того, как научная группа даст рекомендации. Предположительно, это будет в начале мая. Мы приехали сюда, чтобы убедиться, что у нас заказчик предоставил нам, согласно технической спецификации, биологический препарат для начала работы. Завезенный препарат не наносит никакого вреда. На стадии личинок гнус берут на контроль. Действующее вещество, попадая в воду, не нарушает экосистему окружающей среды. Попадая в условно водоем, они обволакивают органику, которая является потенциальной пищей для личинок, будь то комара, будь то мошки. Когда эта органика обволакивается препаратом, бактерицидом, попадая в желудочно-кишечный тракт, механическим способом уничтожается особь. Предварительно 1, 2, 3 мая запланировано начало авиаобработок. Дезинсекция при помощи баржи будет вестись сразу с 4 мест, чтобы одновременно препарат попал на всю площадь Иртыша. В целом в первом этапе обработают 7 тысяч гектаров. Валерия Степчук, Ертыс-Ахпарат.